nombre es Alfonso León Castillejos y soy el representante del arte marcial ruso Sibir Kibyun en México, y tenemos la escuela sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la cual estamos ubicados en Boulevard José Serra Rojas, avenida con Avenida México, y tenemos las clases regulares los martes, jueves y domingos. Para aquellas personas que desean inscribirse en la práctica de este arte marcial. Los planes futuros para México es ir al adiestramiento a Alemania en mayo 31 y iremos 11 personas para asistir a ese seminario que dirige el maestro Dimitris Kogorev. Y los planes futuros es que tenemos clases para instructores y voy a representar toda Latinoamérica. Buenos días a todos. Estamos aquí con Dmitry Skogarev, fundador y director de la Escuela Sibirsky Vyun en México. Está ahorita en México visitándonos por segunda ocasión y tenemos el gusto de platicar con él un poquito y hacerle algunas preguntas para que él nos platique sobre su estancia en México. Entonces, ahorita voy a hablar en ruso y después habrá traducción. Доброе утро, Дмитрий. Большое спасибо за это интервью, за ваше время. И сейчас я вам задам несколько вопросов. Первый вопрос насчет вашего семинара. Вы уже здесь второй раз в Мексике и второй раз проводите семинар по русскому рукопашному бою «Сибирский вьюн». Какие у вас впечатления остались от этого семинара? То есть что у вас, какие ощущения от этого? Самые замечательные ощущения от второго семинара, который состоялся вот буквально на днях. Очень здорово, хорошая организация, замечательные люди и, соответственно, та программа, которую мы планировали, мы все выполнили очень удачно, потому что люди с большим интересом относились к занятию, выполняли все моменты, задавали немало вопросов и с большим интересом и энтузиазмом тренировались. Первый семинар также был организован тоже очень здорово. Для нас это было первый раз. Мы вообще не представляли, как в этой стране проходит данное мероприятие с таким грандиозным, помпезным открытием, приветствием, приездом людей, которые ответственны, или тем людям, которым интересно, из штата, из города непосредственно. И это очень здорово, что эти люди интересуются тем, что происходит в этом городе, и поддерживают вот эти все моменты. Поэтому вот самый такой момент для меня лично – это интерес в плане, помимо того, что я провожу эти занятия, как технические все элементы, именно как состояние нахождения в этой общей атмосфере, всего-всего того действия большого, которое происходит. Вчера провели здесь вы экзамен. Экзамен этот был первого поколения инструкторов вашей школы «Сибирский вьюн» здесь, в Мексике. И какой вот результат от этого проведенного экзамена? И какой вот уровень учащихся вы увидели вчера? Да, действительно, у нас прошел первый экзамен. Первое поколение учеников или студентов, которые стали инструкторами, их было 10 человек. Из них 8 человек сдали на полную категорию и 2 человека сдали на самую первую категорию инструкторов, которые уже могут все самостоятельно вести, проводить занятия групповые, либо индивидуальные. И уровень был достаточно хороший, потому что люди тренировались, видимо, очень серьезно готовились к этому экзамену. Мы его проводили достаточно долго, целых 6 часов длился экзамен с остановками, с какими-то замечаниями, если вдруг такое бывало. Но это было достаточно редко. Но, тем не менее, уровень был достаточно хороший. То есть, если даже сравнить этот уровень с инструкторами других стран, то, в принципе, для первой аттестации очень здорово. То есть, многие ребята буквально удивили, потому что в прошлом году я их видел, уровень их подготовки технической, и в этом году. Это, конечно, вырос уровень на много, там, на десятки раз, так скажем. Плюс еще сыграло хорошую роль, что перед семинаром мы сначала провели первое занятие, потом у нас прошел семинар 2 дня, и уже 4-й день это был экзамен, как завершающее звено. И я считаю, что это, наверное, самое удачное такое было стечение обстоятельств, которое дало очень хороший результат.
И будем надеяться, что в дальнейшем инструктора начнут свою работу, и у них появятся свои ученики, последователи данного направления. И последний вопрос. Какие у вас планы насчет Мексики? Что у вас в планах здесь? Будет ли третий семинар? Когда он будет? Что у вас по этому поводу? Значит, планы у нас на Мексику очень большие, поскольку, как показывают те обстоятельства, которые сейчас происходят, действительно здесь развивается все очень динамично, людям это интересно, проявляют очень большое, как сказать, действие к тому, чтобы все это здесь происходило. Те моменты, те качественные, опять же, стороны наставника Альфонса, который здесь находится и ведет своих учеников по этой теме, они тоже очень объемные, обширные у него. И я думаю, он сумеет дальше все это развивать таким же образом. И сейчас уже есть некоторые предложения насчет развития этой системы именно школы русского боя Сибирский Вьюн и в Латинской Америке, там центральной или самой южной. И он сейчас, Альфонсо, является как представителем непосредственно в Мексике, в Чиапасе, единственным представителем эксклюзивным, кто эту систему Сибирский Вьюн будет представлять и давать. И также ему дается полное право сейчас постепенно распространять ее дальше на Латинскую Америку. А тем, кому это нужно серьезно, и здесь действительно есть наставник, который это может сделать, он может дать много, потому что у него есть очень большой опыт, 40-летний опыт боевых искусств. И личные качества, они очень сильно помогут инструкторам развиться. Да, следующий семинар у нас уже, мы уже предварительно запланировали. Он также пройдет через год, в декабре месяце. Числа будут у нас позже, но это будет декабрь месяц. И я думаю, все желающие могут на него прийти, позаниматься, посмотреть. Мы никого не принуждаем, не заставляем, не говорим, что здесь что-то будет сверхъестественное. Здесь будет все настоящее, это самое главное. Здесь будут живые люди, здесь будет дана техника, здесь будет дана методика, здесь в конце концов будет дан старт к действию. Мы надеемся, что мы с вами скоро встретимся, и большое спасибо за ваше время и счастливого пути в Россию. Всем тоже доброго здоровья, знаний и успехов в деятельности. Спасибо.